Ну что, ребята, всем здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить метро Редукс 2033, получается. Вот, и остановились мы с вами в прошлой серии на том, что пришли, короче говоря, уже на другую станцию. На какую? Можете узнать по прошлым сериям. Вот, если вы попали случайно на это видео, посмотрите, две предыдущие серии, они там есть в правом верхнем углу, подсказочка, да, либо в описании есть плейлист, ссылка на плейлист, в принципе, да. Посмотрите с самого начала данную игру, очень интересная, прикольная игра. Вот, собственно, накладывать покушать реально, потому что серия обещает быть довольно-таки долговатой, да. Вот, при этом аппетиту кушать сейчас уже, приятного чипитика впить или пить воды, при этом просмотр, Саш, поудобнее обязательно при этом просмотр еще раз. А мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. Так, остановимся с вами здесь, стоять. Собственно. Я с тобой разговариваю. Чё тебе надо, бля? Чё? А здесь ничего нету. Всё нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Добро пожаловать. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Следи за языком. Ну ты именно, блядь. Опа, пошло дело. Не, мы вляпались по самые помидоры. На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Если они на... Ну а ты видел, что это было? Нет? Может, это вражеский шпион был? Теперь ему все о нашей обороне известно. Все слабые места захватят нас, как Полежаевскую. Да давай неси херню. Я все поймаю, конечно, мужик. А что там с Полежаевской случилось-то? А ты не слышал? Странные истории поселения. Обугленные человеческие тела лежали, и даже сидели. Просто ужасно. Через этот поезд очень трудно пройти, а обойти его никак нельзя, потому что тоннель начал осыпаться, и все вокруг вагонов, сверху парков, все замедленно пропадать на дверь. А в самом поезде... Ну, здорово. Разные нехорошие вещи. Изменения. Ну, на Ганзу нам путь. Подожди. Полчаса их нет, час их нет, я уже ни в чем не увидел. Казалось бы, но уж где там пропасть? Всего ведь на километр уходили. Им ведь и запретили дальше идти. Они сами не дураки. В общем, если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Это Москва. Говорит Москва. Станция метро, проспект Мира. Блин, так кайфово играть, прям очень кайфово играть. Надеюсь, вам, ребята, вам также кайфово смотреть все это дело. О! Смотри, ля-ля-ля-ля, оп-оп, смотри, вертик, смотри, вертолет, сейчас взлечу, сейчас взлечу, сейчас взлечу! Кто? Извините, пожалуйста. Прошу прощения. Они меня услышали? Хотя что-то крысятина несет. Короче, а может от тебя? Здорово. Не надо меня домогаться, я не такой. Там, конечно, я тоже. Изыди, сатана. Сам такой. Короче, они разбили там лагерь. Танк на полкорпуса... Так, ну собственно здесь у нас с вами точки сейва. Мы можем просто здесь побегать. У меня как раз здесь, видите, еще всякий лут. День машиниста мы уже. Командир сейчас занят. Подойди позже. Окей. Произнес первое слово. Поздравляю. Отойдите от ворот. Выход закрыт. В сторону. Ты... Он сказал, огонь. Вырастет будет солдатом в папу. Ну да, в папу. Знаешь, с той ночи, когда кровососы напали на нас из бокового туннеля, я о них каждую ночь кошмары вижу. Саша, Харету-то калачу. Они не слушают меня, у всех стволы. Сейчас, подожди, я соберу здесь лут, который есть, ебать. И все куплю, ебаю. Я кричу, стреляйте, суки, на маркет. Опа. Мадам. Может, мы с вами, да? Ну, как хочешь. Ну, просто скажи, а что ты подражал? Почему, мама, попрошу, будешь? Впрочем, ешь грибы. Кто
Хочешь мясо? Хочешь грибы? Хочешь мясо? Хочешь грибы? Хочешь мясо? Мой двоюродный брат рассказывал, что если дети убегают от родителей, их находят мутанты. И эти мутанты уже едят эти мозги. И дети тоже становятся мутантами. Это хозяин туннеля показал жителям станции другого мира. А где даже что такого нет? Круто, да? О, нихуя. Прикольно. На рельсах, типа этот квадроцикл на рельсах. Прикольно. И чтобы от Сухаревской до города добраться, надо патроны большой караван набирать. Когда много народу идет, говорят, ничего особенного. Туннель как туннель, сухой такой, тихий. Ни боковых туннелей тебе, ни шар. Извините, дети не могу продать, это я. А через день бывает, кто-нибудь наслушается про то, какой это замечательный туннель, пойдет в него один. Заметка 2. Базар. Фильтры, фильтры, фильтры. У сталкеров только и разговоров, что о фильтрах. Что вот, мол, сейчас уже не то, что новых не найдешь, а и нормально восстановленных. И что уголь, сволочь, набивщики экономят. Так что не успеваешь фильтр на противогаз накрутить, как уже за новым надо в сумку лезть. Но все равно, чтобы сталкеры о фильтрах не говорили, дорожат ими больше, чем патронами. Это понятно, мутанты на поверхности могут и вовсе не встретиться. А вот от отравленного воздуха там деваться некуда. Этот проход открыт только для местных жителей и техперсонала. Мы должны уйти. Посмотришь раз, и все. Глаз нет. Бульки, бульки, а потом бульки. Не успеешь. Меняем бульки. Как тебя внутрь затянет? Налетай, разбирай. Распахнутый настежь, а обратно оттуда никто... Не, ну мужик, у тебя полная хуйня, ты в курсе? Сталкер никогда к великой библиотеке поодиночке не выходят. Если один на крепость осмотрится, другой, чтобы его в чувство привел. Так, приклад. Органический приклад облегчает удержание ублюдка при стрельбе, снижая подброс ствола, что особо важно при ведении огня чередями. ЛЦУ, довоенный лазерный прицел. Скильки, бля! Не, ну мужик, ну с такими ценами иди-ка ты нахуй, понял, блядь? Ну не, ладно. Единственное, что я тебя возьму, возможно... Упа. Убой, точно скорострельный добрай. Врубай. Берешь и стреляешь. Вот это мне надо. Да, посмотрим с тобой тюнинг. Не пожалеешь. Кость пламени несколько... снижает шум выстрела, слегка повышает кучу, снижает скорость картечи, из-за чего бойная сила на расстоянии падает. Бой с такими словами дупли превращается в средство ближнего боя, полноценно охотничью двухстволку для средней дистанции. Ограниченно, но установлено, если что. ЛЦУ тоже и приклад. Бля, я бы, конечно, его купил бы. Было бы неплохо, знаете ли. А, здесь можем потренить, типа. Ладно, давай фильтр с тобой купим. Средство от всех проблем. Вот эту штуку очень рекомендую. 120. Хороший рабочий инструмент. Отличный курс. Ладно, в следующий раз с вами купим. Обмен валюты. Лучший курс. Мам, а мам, купи мне крышку. На прошлой неделе же дешевле, на этой неделе же ели мясо. Ну, нифига себе у вас цены. Да, случилось мне поговорить с военными, которые еще первые числа взлетали за 2 метров. И тут голос ему говорит: осторожно.
противника. Ну, значит так. Я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, жматяра нереальный, но тут уж ничего не сделать. Зашибись. Все, выдвигаемся. Давай. Так быстро, конечно, блядь, неожиданно, но... Солнечной системы, говнюки. У нас аварийная ситуация. Эй, кто-нибудь знает, как называется наша галактика? Млечный путь, но зеленым человечком... Да куда мы пойдем-то? Чё хуй ты стоишь-то, блядь? Бурбон? Будто сам не знаешь. Ну, давай пульки проходишь. Я уже Михи забашлял. Но мне-то ты ничего не платил. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Говорит Москва. Вот дерьмо. Проспект. Да. Приятно с вами иметь дело. Да ладно. Шутка. Слышит ли меня кто-нибудь? Это Москва. Прием. Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам. Прикройте меня. Черт. Ненавижу это. Эх. Никто меня не слышит. Нет никого. Если меня сейчас кто-то слышит... Ну все, мы покидаем данную станцию. Это Москва. Говорит Москва. Станция метро. Вроде все спокойно. Кажется, все чисто. Давай. Слышите меня только. Удачи. Спасибо. Надо валить отсюда по-быстрому. О, я что говорил в прошлой серии, в конце прошлой серии? Что мы через серии 2-3 выйдем, да? Ну, из метро. Мы уже выходим из метро, если что, ребят. Ну так, на всякий случай говорю. Успел. Как описать чувства? Мертвый город. Когда после 20 лет в тоннелях видишь небо. Когда видишь город, в котором когда-то родился. И в котором теперь властвует чудовище. Вот он, мертвый город. Сказал мне Бурбон. Добро пожаловать домой. Вот, значит, мы скоро приблизимся к тому моменту, где я все-таки остановился. А теперь будь очень, очень на стрёме. А вот и счастливые, бля, жители этого райского городка. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Ну там волыны ищут, маслины, технику действуют. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твердые, заморозки. Чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует. Вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности схроны мастырят, куда добычу стаскивают. Так что ты давай, гляди в оба, ищи. И наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Так, что тут у нас? Ага, фильтрик пригодится. Тут и маслинок насыпала. Спасибо, братан. Ну что, готов? Тогда двинули дальше. Мы только уже один раз, ребят, с вами прошли. Надо быть очень аккуратным. Чё-то я не хочу сюда, ну нахуй, блядь. Ну ладно, ладно. Все-таки рискну сюда пройти. Опа, а вот здесь очень-очень хорошо. Так скажем, по Патрику. Тихо. Сюда я не проходил, ребят. Заметка 1. Мертвый город.
того самого дня, как я оказался в метро, я мечтал снова подняться на поверхность, снова увидеть тот волшебный огромный город из моих снов, светлый живой город из моих детских воспоминаний. Но то, что я видел наверху, призрак, кошмар, я не узнал его. Не могу больше Не могу больше представить себе, как я тут жил раньше. Как мы жили тут с моей мамой. Как были счастливы. Ничего не помню, даже ее лица. А ведь я так надеялся, что поднимусь на поверхность. Ее лицо, ее улыбка хотя бы на миг промелькнут передо мной. Нет, я тут совсем один. И у меня нет другого дома, кроме метро. Вот так вот, ребята. Грустненько очень, кстати. Очень грустненько. А, ну здесь что, больше нихуя нету? Ну давай, должен, бля, оправдать нахуй. Ну, ладно. Но здесь больше реально ничего нет такого. Надо, ребят, обыскать здесь все, потому что я помню, когда первый раз проходил, я просто, ну, просто пробежал. Ну, то есть, ну, тут ничего не смотрел, ничего. И последнее вот это у нас, да, собственно, осталось. Ну, здесь, собственно, нихуя, да? Да, ладно. Че, пошли? Заскучал уже, наверное. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим, ну как добазарились. Окей. Пацан, начкуйся! Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, начкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут, но лично я называю их суками. Ну окей. Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой. Десятка. Артём. Десятка. Давай, я тебя поймаю. Поймал, спасибо, блядь. Да что ж мне так не прёт-то, а? Придется тебе обойти это, Артём. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Обучишься в 2 секунды. Вон там, видишь здание с воротами? У него во дворе вход в шахту, тебе туда. Я тебя буду ждать в здании, там есть укреппозиция ордена. И не тормози. 37, 36. Главное, Артём, главное, не ешь желтый снег. Ты тоже. Н. Т. Аптечка. И. Шагалка. Угу. Фонарик. А. Сменфильтр. Е. Там еще было. П.
ПНВ, блядь, что это такое ПНВ? Т. Ты нажимай, нихуя не работает вообще-то, если что. Часы Н. О, это работает, это не работает. А, во, как на часы смотреть. Ну, типа с лазером, блядь. Хуй его знает. Честное слово. Так, ладно, давайте. Надо собраться еще так. Ну, ярче стал светить. Уже хорошо. Не надо. Поехали. Давайте. Сосал, ёбок. Все, больше нигде ничего не будет. Вот это место надо очень хорошо обыскать, потому что здесь может быть очень много всего, ребят. Сверх много всего. Ну, как и вот этих монстров, конечно же. Ну, бля, ну здесь сейчас... Десять сейчас... Спаси. Кого, блядь, спасти? Блядь, ты ебанулся, что ли? Спаси, блядь, кого спасти-то нахуй? Скрежет мне не очень нравится, если что. А, это типа флешбеки? Или что-то типа? Типа того. Он слышит, как тут как было до, так понимаю, правильно? Бля, я не очень хочу сюда, я не очень хочу. Фильтр на 12 минут еще, ебать. Ебать, ты кто? Кот Себаст, сюда иди. Дядя, ты скажи мне, кто ты, ебаный, блядь. Ушел куда-то, блядь. Ну, нормально, все хорошо.
А, это этот показывает, так понимаю, сколько фильтр будет еще работать. Хорошо. Он так тяжело дышит, это пиздец. Ну, главный герой, слышите прям? Это прям такое больно слушать. Я ради сюда ради патронов шел. Подожди, еще не все залутал там. Еще вот. Ой, что там? Слышите звуки, блядь, пиздец. Опа. Охуенно. А где мне его найти, блядь? Ключик ваш. Блядь. Я в ужастик играю. Ты не нахуй. Но здесь у этого ничего нету. Твари просто слежат здесь. Может, у него? Не надо, дядя. Не знаю. Поехали. Троет нахуй. Пососал хуй. Моментально. А можно мне не вот эти патроны обычные? А, блядь, иди в пизду. Проебался сам. Блядь, я ищу просто ключ. Можно мне ключ? Здесь нет ключа, ребят. Опа. Здесь ключа нету. Ну так вам, на всякий случай говорю. Здесь нет ключа никакого. Типа на улице где-то должен быть. Можешь сказать. Ну ладно. Ладно, давайте, блин, ну жалко, конечно, давайте забьем хуй, ладно, на это, но хотелось бы, конечно, хотелось бы. Блин, может, подожди, может быть. Но здесь ничего, абсолютно. Здесь где-то тоже ничего нету. Нормально, что нормально. Здесь его тоже нигде, самое интересное, нету. То есть... А где мне ключ-то найти на этот его? Ладно, погнали наверх. Ну, типа, я, конечно, еще посмотрю здесь. Но здесь у этого нет ничего. Рядом с ним тоже ничего нету. Бля, бред какой-то, честное слово. Может, конечно, здесь этот ключ. Я же здесь прямо не смотрел. Но здесь нет его тоже, видите, нигде. Этого ключа. Бля, хуй его пойми, где этот ключ? Кого, блядь? Где ключ? Что он должен тут делать?
конечно, там, блядь. Ладно, погнали дальше, блядь. Езду. Куда дальше-то? Нет, не сюда. Поехали. Ой, иди ты нахуй, тварь ебаная. Нахуй, он прям с ножа с первого раза ебанул, да, блядь? Этого монстра. Сужа, конечно, такое. Но... С пульта они нихуя не получают, грубо говоря. Сколько бы мы, блядь, не стреляли, видели, с первой пули никогда не это, не того самого. Ладно. Блядь, все, блядь, зачем я еще, все еще ищу ключ, нахуй? Уж другая локация, ебать. Кто он-то? Ты можешь сказать, кто? Может все изменить, блядь. Ну ладно. Поверить у нас, грубо говоря. Здесь как будто кто-то есть, да? Ну или должен быть, что здесь прям, видите, он до сих пор огонь есть. А, здесь больше, наверное, ничего не будет. Алло, блядь. Алло. Ну чё, как дела? Рассказывай. Нормально, у тебя как дела? Я тоже нормально. Чу. Такое, блядь, сейчас. Вода какие-то, блядь. Ну, в тачке тут нихуя не лежит, десятки, блядь. Ладно, здесь навряд ли, давай прям так все обходить тоже буду стараться. Ну, не обходить, потому что и так, я пол серии чисто он лут еще. Что я сделал? Не на ту кнопку нажимаю. Прошу прощения. На 4 минуты у нас есть. Нет, нет, не надо.
Бан нахуй. Ой, блядь! Бля, ебать, вас дохуя нет, блядь, ребята. Чё-то их дохуя нет, блядь. На одну локацию, блядь. Какой ты мансиш-то, блядь? Мансит он еще ебаный, наверное. Пиздец, что вас много? Бацайку белый весь. Весь. Типа в снегу весь. Ладно, пошли дальше. До сюда я, ребят, проходил, но я даже, наверное, дальше проходил, да. Чуть-чуть. По патрончике. Ладно, погнали. Блять, дай выбраться-то. Тихо, аккуратненько нужно, очень аккуратненько. Чего, блядь? Ты кто вообще нахуй? Давай, блядь. Не буду я тебя трогать, не буду, не бойся. Я понял, там, понял, детеныш. Не буду я их трогать. Типа зачем? И куда дальше, блядь? Не всем понимаю, куда дальше-то. Подожди. Я вообще не туда смотрю. Но мне скорее всего... А, вот. Пропал, блядь. Явно не в воду, блядь.
Мне явно не в воду, блядь. 100%. Куда, блядь? А, вон туда. Ну, внимательно, да? Куда тут нахуй идти, блядь? Я не понимаю, блядь, куда идти-то? Ну, либо это я уже все, блядь. Не совсем понимаю, что куда, блядь, что к чему. Сюда, типа? А-а-а. Драй вот сюда. Ладно. А, не знаю. Он спустился, блядь. Ну, лучше дробаш буду иметь, ну его нахуй. Что за звуки-то, блядь? Блядь, страшно, очень страшно. Туда-сюда ходит. Правильно, под текстуру лезь. А, у меня уже фонарь на нуле, блядь. Просто ползать хорошо. Есть какая-то ебанутая радиация, видимо. Слышишь, прям? Да, да, вот это заманушка ебаная, я знаю, блядь. В чем прикол сюда было? Типа прыгать. Так, ну ладно, погнали, ладно, сходим туда. У нас еще, блять, ну не ту кнопку нажимай, я, бля, не там рядом находится. Угу. О, блядь. Хуел, мразь, блядь.
сразу-то, блядь. И убежал, самое интересное. Ну ты меня напугал, парень. Меня тоже, блядь. Я, честно говоря, думал, что ты уже жмур. Подожди, мальчик, мальчик. Стоп, стоп, мужик. Смотри, сколько лока... какая локация здоровая. Ладно, погнали, ладно. Че, куда нам? Нам как раз сюда и нужно, блядь. Вон эта тварюга. Да, помню. Главное, желтый снег не есть. Бать, вас тут дохуя, ребятки, нет? Никуда к метро немного ли, блядь? Мужик, бля, прикрывай меня, ёбаный в рот. Да, блядь, трэш какой-то, нет? Возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Ну так вот. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильный. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Помню эту решеточку. Надо просто. Ну, какая-то мразь, смотри, увидел на стене. А что у нас этот? А, он смотри, разбили. Разбит чуть-чуть. Ты тут обожди. Надо новый найти. Первый пошел. Все в норме. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину, так к хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже! Двигай, двигай! Вроде бы я здесь остановился, ребят, когда проходил. Вроде бы здесь остановился. Да, вроде здесь остановился, когда проходил. Давай, моя прелесть! Глянь, вот что дальше пошел, помню, сейчас. Не помню. Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Так, папочки, это надо.
Что, бля? Что за движуха, бля? Что-то там. Вроде... Чё? Чё? Вот же сука! Раскат завалило! Шипите! Ты не дробаш. Можно было, наверное, по стелсу, да, пройти, ребят. Как я понимаю. Чё, братва, чисто потопали искать сучонка. Очень большая карта. Заметка 1. Сухаревская. Если во всем метро люди, которым Бурбон не был бы должен, или которых когда-нибудь не пытался обмануть... Черт, да у этого парня кругом враги, и на сей раз кажется он в любви действительно серьезным. Мне нет до него дела. Не должно быть, но почему-то я не могу его тут бросить.
Не знаю, в чем дело. Сухой мой отчим сказал мне как-то: спасешь однажды кого-то, потом придется спасать его всегда. Чувствую, что отвечаешь теперь из-за того, кому не дал умереть. Становишься с ним родными людьми. Поэтому он и взял меня к себе на ВДНХ, когда мама погибла. Поэтому, может, я теперь не могу бросить бурбона. Может быть. Я же говорю, здесь очень большая ребят-локация. Здесь есть смысл так походить, да? Что-то поискать. Есть смысл, есть. Здесь нету что. Короче, братаны, надо искать ложка этого. Ну чё там, как? Да ничего. А у тебя? Нет, братан, нет. Блин, здесь очень, ребята, много лута. Сколько у меня одна осталась, блядь? У меня одна аптечка, прикинь. А чё так мало у меня аптечек? Ладно, погнали туда, короче. Yeah.
Бля, здесь лута просто немерено, ребят. Прям вот... Прям реально хорошо здесь дают. Этого лута. Ууу, как хорошо сразу стало. Как с добрым утром просто. Значит, там есть лут. Ищем с вами тогда этот. Ну, поняли, что... Опа, света шумная у нас. Нужно, короче, ее тоже открыть. А может, это оттуда? Так, ребят, ну здесь, ну, прям будем... Ну, не так долго, но здесь я прям каждый угол... Бля, испугался, осмотрю. Прям реально каждый. Здесь прям много дают лута. Прям очень много лута дают. Шо ты, какой смысл? Не, ну здесь нет смысла. Скажем, никакого резона с этого. Ебать, вы чё, бля? Музыка, блядь, прикинь, играет. Так, ну ладно, здесь мы ничего больше, ничего такого не видим, да? Какой-то лабиринт, слышь. Сюда. О, кальян, блять, прошу прощения, не хотел. Да дай выйду сюда. Блядь, да дай выйти-то мне. Какой-то лабиринт ебаный. Просто, блядь. Так, ну хорошо, мы сюда ходили. Получается, нам осталось только... А, ну все. Ты единственный для того... Для этого мы туда ходили? Там вот какая-то дырка есть. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу.
Это одноглазый или гонокур? Артём! Чё за... Бля, такое. Можешь опустить свое оружие, юноша. Бля. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, Пан. Что нам лучше немедленно покинуть это. Подержите. Богом проклятое место. Что ж, новое решение. Бля, не успел, ладно. Бля, что? Бурбон, все? Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Бля, пресев, ребят, пресев, ахуй. Хотя никуда. Я чувствовал, что кто-то помогает пресев, мне из тени, когда я сражался пресев, с бандитами. Пресев. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Давайте мы, ребят, с вами здесь и остановимся, собственно, да. Спасибо за просмотр, такая серия была очень интересная, довольно-таки длинненькая, да. Вот, бля, игра очень интересная, реально, очень интересная и классная. Мне прям реально нравится в нее играть. Надеюсь, вам нравится также смотреть. Вот, в принципе, все, спасибо за просмотр, увидимся в следующих сериях. Давайте.